Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Получил такую вот большую посылочку из Китая. И хочу вам показать, что я заказывал. Сразу вот хочу обратить внимание, штамп стоит. Поступило в поврежденном виде в учреждение обмена. Дополнительно обклеено скотчем. Вот интересно, что там было в поврежденном виде. Сейчас вскроем и посмотрим. Заказали с сыном такую вот интересную вещь. Я думаю, многим, кто занимается блогингом, ведет свои каналы на YouTube, данная вещь понравится. Вскроем. Ага. Прилипшая. Проклеена. Такая вот коробка с плотного картона, знаю, что здесь немножко помятая, но не критично. И заказали сыном микрофон, хороший микрофон на подставке с шумоулавливанием. Такая вот инструкция, и все, как видите, хорошо, красиво упаковано в отдельном пакете. Специально брали микрофон, все-таки надеюсь, начну когда-нибудь проводить стримы. Ну, конечно, чтобы делать стримы, надо хорошее оборудование сделать, чтобы был хороший, приятный звук. Немного отвлекли. Да, друзья, оборудование должно быть для того, чтобы проводить стримы, качественным, хорошим, чтобы был хороший, приятный звук для зрителей. Ну и также, может быть, буду делать видео с озвучкой уже за кадром. Хороший гофрированный шланг, крепление. В наборе идет звуковая карта через USB. Ну, я думаю, сильно смысла от этой карты и не будет, поэтому будем заказывать нормальную звуковую карту выносную со внешним источником питания, с дополнительным питанием. Шнур для подключения микрофона сделан тоже довольно качественно, хорошие разъемы, крепкие. Поролоновая насадка на микрофон. Здесь крепление для стойки микрофона. Все запаковано в отдельных пакетиках. Собственно говоря, и сам микрофон. В описании заявлено, что микрофон конденсаторный. Ну, надеюсь, хотя бы два конденсатора здесь есть. Довольно тяжеленький металлический корпус. Металлическая сетка. Если, друзья, кого-то заинтересовал данный микрофон, ссылка будет в описании под видео. И сразу скажу, цена $23 плюс доставка где-то в пределах $2 была. Так, поролоновая насадочка подходит отлично.
села как положено. Держатель микрофона. И стойка. Сейчас как бы обзор посылки, но потом сделаю второе видео. Надеюсь протестировать его. Вот хорошая стойка сделана, скорее всего, алюминиевая. Не сильно большой вес у нее, но и не легкая. Все на пружинках. Сделано довольно добротно. Ну, друзья, надеюсь, данный микрофон поможет также улучшить мой контент, сделать хороший звук. Ну и со временем, может быть, начну и проводить стримы. На этом, друзья, буду заканчивать. Спасибо большое за внимание. Всех благ вам и вашим близким друзьям.